Большегрузы многотонники теперь не смогут сунуться в исторический центр города. В мэрии Красноярска приняли новую схему движения для фур и тягачей. Судя по карте, которую разработали специалисты СФУ, на правом берегу для большегрузов останутся открытыми крупные улицы Семафорная, 60 лет Октября, и объезды по Грунтовой и 26 Бакинских комиссаров. На левом еще сложнее. Многотонники пойдут без ограничений только по Северному шоссе и Калинина, минуя Караульную. В центре проспект Мира и улицу Ленина наконец закроют для фур тяжелее 3,5 тонн. Причем запрет круглосуточный. Восьмитонники не смогут проезжать через плотно застроенный участок Покровки. Частичное ограничение будет на улицах Мужества, Чернышевского и на Линейной. Почти на всю сеть левого берега также накладывают запрет на проезд большегрузов в дневное время с 6 утра до 22 вечера. Авторы новой схемы уверены, что она не помешает легальным перевозчикам. У каждого из них есть согласованный маршрутный лист и необходимые сопроводительные документы. Напомню, на неделе проблему с транзитными большегрузами обсуждали чиновники, депутаты, строители и дорожные полицейские. На грохот, фуры, пробки, якобы из-за них горожане жаловались в петиции. Цель новой схемы – разгрузить город. Когда она заработает, не уточняется.